Здравствуйте, это компания Viva Telecom, и мы сегодня взяли на обзор вот такую радиостанцию, огромную, от компании Baofeng, называется модель AR-152. Что нам показалось интересным, похожа она на Harris Falcon, станцию военную, во-первых, во-вторых, у нее здоровенный аккумулятор на 5000 мАч, ну, на этом потом остановимся, примерно так, да, и у нее удлиненная антенна. Вот нам интересно снять параметры этой антенны, посмотреть, насколько она по техническим характеристикам отличается от той же, например, УВ-5Р, да, станции, потому что я подозреваю, что внутренности здесь все-таки от пятерки, от обычной, потому что меню очень похоже. Сейчас проверим тогда ее технические характеристики, в том числе чувствительность и избирательность, выходную мощность проверим, ну и покажем, как она конструктивно устроена. Все, начинаем тогда. Поставляется станция вот в такой картонной коробке. Как видите, здесь у нас есть применение, которые подразумеваются Baofeng'ом. Далее в коробке идет следующий адаптер. Вот такой, то есть стакана зарядного устройства не идет. Идет такой вот адаптер 220 вольт сразу. И вот этот индикатор, он, я честно сказал, думал просто, что нет никакого контроля и будет только красным он гореть. Но нет, он загорается зеленым, этот индикатор светодиодный, когда батарея полностью заряжена. Поэтому мы вот, проверяя емкость батареи, я подержал часа два батарею. Ну, у нее индикатор был полностью полного заряда. И, соответственно, я часа два подержал, лампа горела красным, я выключил, решил, что не будет зеленого цвета, да, ну, то есть готовности заряда, и поставил на разряд. Соответственно, у аккумулятора было напряжение при начале разряда где-то 8,13 вольта. Ну, то есть, чуть мы не додержали ее на зарядке, все-таки индикатор был полный, но еще можно было там 0,2 вольта дождаться зарядки. И, соответственно, мы измерили аккумулятор в комплекте, получили 4826 мАч. Я вам фотографию приведу, измерение. Ну, то есть, если бы мы дозарядили до конца, то есть еще 0,2 вольта получили, ну, где-то 4900 в районе была бы емкость, потому что там напряжение с 8,3 вольта до 8,1 довольно быстро падает, поэтому, да, там 100 мАч можно было бы еще получить у нее примерно. Ну, то есть, все равно неплохо, почти пятерка, да, 5 ампер час вот такой батареи с номинальным напряжением, напоминаю, 7,4 вольта, это довольно существенно. То есть, вот, давайте я покажу вам эту батарею, так вот она выглядит, весьма и весьма прилично, как ни странно, я думал, емкость будет меньше. Далее в комплекте идет вот такая инструкция, она на английском языке только. Далее идет гарнитурка, такая самая простенькая, но крепление на ухо есть у нее. И идет шнурок на руку. Так, теперь по поводу антенны. Да, антенна идет одна в комплекте, вот такой она длины. Давайте я сразу ее замерю. Так, 25 сантиметров у нее длина до основания. Так, теперь по весу давайте, наверное, сразу к конструкции перейдем. Я сейчас включу весы и измерю эту станцию огромную. Так, клипса, кстати, клипса. А клипсы-то я вот и не вижу. То есть они подразумевают, Baofeng, что такую станцию огромную придется таскать на шнурке на этом, да? То есть клипсы в комплекте нет, обратите внимание. Так, и вот это все в сборе весит 540 грамм. Ну, конечно, терек 501 еще по больше весом, но это тоже, конечно, прилично. Тяжеловато будет ее носить. Так, давайте теперь по поводу того, как она собирается. Просто заводится в полозе и до щелчка. То есть аккумулятор крепится только вот на этом, на этой защелке. Но сидит достаточно хорошо, люфта я никакого не наблюдаю.
Так, теперь антенный разъем, как обычно, СМА вилка на станции. Давайте я ее общую длину замерю тогда, посмотрим, сколько она по длине у нас. Даже видите, в кадр она не вылазит полностью в сборе. 45 сантиметров длина станции этой. Так, теперь по поводу управления. Да, сверху у нас светодиодный фонарь, куда же без этого, да, для Баофенга. Аварийная кнопка, индикатор работы, регулятор громкости, он же включение. Кнопка передачи пластиковая и две резиновые кнопки с одинаковым рельефом, программируемые. Ну, наверное, не программируемые, в смысле, какие-то функции на них висят. Сейчас посмотрим, что там. Так, передняя панель. Имеет ЖК-дисплей, так, микрофончик, похоже, находится вот здесь, да, я вижу отверстие, динамик, прорези динамика, естественно, скопированы с Falcon'а 4-го, насколько я помню название у Harris'а, клавиатура с подсветкой, дисплей с подсветкой, здесь... Разъем аксессуарный совместим, как обычно, с Kenwood'ами, с гарнитурами, самая распространенная модификация разъема, да, аксессуарного. И вход у нас питание здесь 9-вольтовое, вот такой вот нужен небольшой штырек. Блок питания идет в комплекте, естественно. Все, переходим тогда к управлению. Давайте я вам рядом с пятерочкой ее покажу. Эта пятерочка еще и с увеличенной батареей, то есть пятерка выглядит вот так. Эта станция, как видите, в 3 раза почти длиннее ее. Так, ну давайте, я ее тут не специально положил, для того, чтобы вы сравнили тогда меню. Включаю. Станция, естественно, аналоговая, грузится очень быстро. Ну, как видите, озвучка, подсветка дисплея. Единственное, здесь размер дисплея побольше. Так, давайте меню тогда будем сравнивать. Запускаем и идем вверх тогда последовательно, да? Наблюдайте разницу, если она вдруг будет. Так, тут вот есть еще R-Tone, да? 41-я. Здесь 41-й у нас нет. Ну вот только единственное. Тон выбирается на прием, да, AirTone, я так понимаю, Receive Tone. У этой станции такого нет, остальное все абсолютно идентично. По поводу меню, естественно, рассказывать ничего не буду, ну, то есть пятерку-то уж все знают, поэтому смысл останавливаться на меню я не вижу смысла. Так, давайте проверять выходную мощность на 145. Сначала мощность высокая, 3 уровня мощности, кстати, выбираются в этой станции. Так, нажимаю я тогда, точнее включаю сначала прибор, 10 ватт будет вся линейка, нажимаю, так, ну что, 8 ватт на большой мощности, хорошо, так, теперь средняя. Средняя, нажимаю, 5,2 примерно, да, так, и низкая, смотрим, 3,4 примерно. Так, теперь на 434 сначала низкая мощность, смотрим, давайте я приборчик обновлю, чтобы он... Так, а вот здесь совсем мало почему-то излучает, буквально меньше 1 ватта, 0,8 ватта. Так, теперь средняя. Так, здесь в районе 3,2, это средняя мощность. Так, и... Высокая мощность. Смотрим. 6 ватт ровно. Так, ну что, давайте смотреть тогда потребление данной станции. TDR сейчас выключен, то есть это обозначение
у нее и у многих Баофенгов, ну и у других китайских станций слежение за двумя каналами. Называется TDR. Так, выключенная станция 40 микроампер, да, она потребляет. То есть можно смело оставлять ее. Она не будет у вас высаживать аккумулятор, даже если находится на станции. Включаю питание. Так, 199 в пике потребляет при включенном подсветке включенной дисплея и при звуковом сопровождении. Так, давайте я сначала тогда сразу поставлю Squelch. Уровень шумодава пониже. Ну, в общем-то, здесь это не важно, но раз уж зашел. Я хочу посмотреть, знаете, что режим сохранения энергии. Вот, Save 3. То есть, по умолчанию, как с завода стоит, мы так и будем в нем работать. Смотрим, сейчас дождемся тогда, когда включится режим сохранения энергии. Подсветка уже отключилась. Так, статистику, все параметры будем смотреть. Давайте проверяем. Сейчас я сброшу счетчики, когда уже точно включится режим сохранения. Ну, я думаю, он уже сработал. Так, смотрим. То есть, когда приемник включается, она потребляет в районе 54 мА, как вы можете видеть, да? И когда приемник отключен, в минималке она потребляет 10 мА. Среднее при этом потребление 27 мА, что, в общем-то, нормально. Для такой-то батареи здоровенной, конечно, это хорошо. Сейчас еще TDR включим, тоже измерим, сколько она будет там потреблять в режиме слежения за двумя каналами. Могу вам еще поближе, чтобы было виднее. Давайте поверну чуть-чуть, чтобы весь дисплей был вам виден. Так, ну вот смотрите, выждали мы, да, 26 мА даже, и чуть-чуть там ближе к 27, но напишем 26 мА. Это у нас TDR off. Так, теперь давайте включаю я тогда. Так, у нас тут есть, по-моему, слежение, да, выведено сюда вот. Так. Вот, TDR off, я сейчас его включу на работу слежения за двумя каналами. Так, сейчас подсветка выключится. Сброшу счетчики. Давайте еще раз, даже для полноты, уж чтобы точно включился режим сохранения энергии. Смотрите, как ни странно, мы уже такую картину не раз наблюдали. При слежении за двумя каналами потребление даже чуть меньше, да, то есть приемник, когда включается 49 мА, потребляет минимальное, так и остается на 10 мА. Но пока он, видимо, чаще просто перебирает эти два канала, поэтому все равно потребление чуть побольше пока идет. Да, интервалы, видимо, отключения приемника меньше. Так, ну вот 100 мы выждали, да, 30 мА, 29, 30, 30 мА получили TDR on. Так, теперь будем смотреть, сколько она потребляет у нас на прием в режиме максимальной громкости. Так, ну а подавать будем, например, с этого TYT, он у нас тут под рукой лежал. Смотрим, сколько будет она. И, кстати, обратите внимание, не теряет ли она первые слова в фразе из-за сохранения энергии. Снимаем на Баофенг AR-152, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 272 мА она принимает, потребляет на полной громкости. Так, ну и осталась у нас передача, мощность высокая. Я думаю, что... Ну, давайте проверим и так тогда. Сначала 434 у нас сейчас частота стоит. Так, 2 ампера, да? Ну, давайте даже я 10 ампер поставлю. Вдруг она на 8 ваттах, или сколько там, 6, да, ватт, она больше 2 ампер потреблять может. Поэтому давайте посмотрим.
1687. Так, 1687, это у нас UHF. Сейчас посмотрим, она на 8 ваттах, да, сколько будет. 1, 4, 5, 0, 0, 0. Высокой мощности потреблять. Давайте я сброшу показания. Смотрим. Вдруг она будет меньше, да, потреблять. О, здесь потребление гораздо больше, как вы видите. Не зря я увеличил предел. 3,219 ампера она потребляет здесь VHF. Так что смотрите, если в нижнем диапазоне вдруг будете работать, то потреблять она у вас будет больше. Так, давайте будем выяснять время работы. Смотрите, сначала, когда слежение за двумя каналами выключено, да, и мощность при потреблении я буду брать меньшие, которые в UHF диапазоне используются. Можете сами пересчитать при диапазоне VHF двухметровом, если нужно. Я ссылку на калькулятор в ролике приведу. Емкость будем использовать 4726 мАч час, ту, которую мы измерили. То есть реально она будет чуть больше, но там 4800, 4900 максимум, да. Так что смотрите, получаем время работы 164,5 часа. Это TDR off. И если мы возьмем слежение за двумя каналами включенное, то получаем время работы 142,7 часа. Ну, прилично. Все хорошо с этим параметром. Вполне она нормально работает. Ну, еще бы, да, с таким огромным аккумулятором. Но потребление тоже нормальное, как бы для аналоговой станции вполне хорошее. По поводу того, теряет ли она фразы, сейчас еще будет проверка приема. Посмотрите, как она в этом себя чувствует. Но всегда можно отключить, тогда, конечно, потребление чуть вырастет. Так, все, переходим тогда к измерению чувствительности. Так, давайте проверять чувствительность. У нас шумоподавитель стоит на единичке, как обычно. 434 МГц. Сейчас мы будем использовать частоту. Так, модуляция, естественно, частотная. Включаем, смотрим, на какой амплитуде она откроется. Громкость. Ну вот уже сигнал четко слышен на минус 125 dBm. Но с чувствительностью у них и не было проблем никогда, поэтому я предполагаю, что тут стоит RDA 1846, но сейчас, когда будем смотреть избирательность, это будет понятно сразу. Так, частоту теперь меняем на 145 МГц. Так, шумодав давайте, тоже единичка, как видите. Увеличиваем амплитуду, смотрим, как она здесь. Ну, примерно то же самое будет. Но на 125 еще шумов прилично, на 124 уже все нормально. Так, теперь уходим на 10 кГц вверх. Здесь 4, 3, 4, меняем 0, 0, 0. На 434. Так, и с минус 125 теперь будем отсчитывать избирательность ее. Так, минус 125. Начинаем отсчет. Насколько она быстро откроется от помехи, отстоящей на 10 кГц. Единиц при 10 килогерцах, да, маловато, конечно, маловато. Но тут RDA стоит и наверняка. Так, 10 килогерц. Давайте на всякий случай я на 15 отстроюсь тогда еще.
и проверим на 15 кГц, запишем в табличку нашу общую. Так. Один и 25, 46 единиц, да, на 15 килогерц. Ну, в общем, да, к сожалению, по избирательности она плоховато себя ведет, с большим количеством помех вы будете слышать все подряд на нее. Так, давайте проверим качество приема и максимальную громкость динамика. Шумомер подключен как раз к серединке. Вот видите, что творится, да? Принимает что-то на 434 МГц. Она подавать, передавать будем сигнал с такой же самой радиостанции. Поэтому вы можете оценить сразу и модуляцию этой станции, и качество приема тогда. Смотрим. Даем и принимаем с радиостанции ПАО ФЕН КР 152, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 118,5. Ну и давайте я еще для примера вам покажу то же самое на пятерке. Принимаем на радиостанцию Баофен КВ5Р 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, ну хотите, я еще и передам с пятерки, чтобы вы могли оценить еще модуляцию этих двух станций. Передаем с радиостанции Баофен КВ5Р 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, ну что, давайте проверять штатную антенну тогда. Так, смотрите, два диапазона, да, в верхнем диапазоне она очень, не очень, минимальное значение в районе 3 крутится, вот и первый маркер 410-800, и здесь 2,8 значение у нас ТСВ. Соответственно, даже опасно ее использовать, эту антенну в 400 МГц, потому что могут через некоторое время наступить проблемы, потому что и антенна, и мощность тут достаточно высокая, поэтому в 400 МГц будьте с ней аккуратны. Так, теперь в двухметровом диапазоне 136-174 все получше обстоит. Сейчас я минимум найду. Ну вот он, да, где-то у нас здесь. Так, на 141,9 МГц, на 140, точнее, на 149,3 МГц, 1,01 КСВ, но здесь хорошо. Здесь хорошо, то есть вот на 150 я ушел, да, еще 1,1, на 148... 1,3, на 146, 1,6. Ну, то есть внизу антенна вполне рабочая. Вот на 145 двоечка. На 400 МГц все хуже. Так, ну что, давайте подведем итоги тогда по радиостанции AR-152 от Баофенга. Начнем с недостатков. Избирательность, ну то есть чип явно стоит обычный, как в пятерке, поэтому избирательность здесь, конечно, никудышная. Ну и антенна в 400 МГц, несмотря на то, что она вот такая длинная, эффективности она своей не показывает. Поэтому вот этих два значительных недостатка. Ну и вообще, как бы я напишу и габариты тогда тоже в недостатке, потому что, смотрите, такая здоровенная станция, да, а в итоге преимущество она имеет только в емкости батареи, больше ни в чем. То есть антенна не особо эффективна, такие габариты особо и не нужны. Мощность передатчика тоже обычная, 8 Вт, да, в 145 МГц. Зачем? Я не вижу смысла использовать такой корпус, раз параметры, вот и пятерка же, по-моему, сейчас тоже есть в 8-ваттные, насколько я знаю. Поэтому, ну, зачем таскать с собой более полукилограмма, если смысла в этом нет никакого. А по поводу преимуществ, ну, единственное, что я здесь вижу, это время работы. То есть 164
часа, когда отключена функция слежения за двумя каналами, это единственное преимущество, что у нее есть, учитывая то, что как бы и стоит она прилично, и по габаритам она значительно крупнее, чем пятерка. А внутренности-то получается идентичны у нее, да? Ну, то есть функциональность остается такая же, как у пятерки, но зато габариты у нас вот в три раза, да, возрастают, в два, по крайней мере. Если брать еще с обычной батареей, то есть вот видите, какая станция будет. Поэтому, ну, 3 балла я ей поставлю. Я как бы подозревал, да, что это и будет, то есть, что пятерка здесь внутри стоит, но вот все мои ожидания, они и оправдались. Естественно, все параметры проверены, вы всегда можете оценить самостоятельно, ну, то есть поставить свою оценку, это наше вот мнение, что тройку она заслуживает, не больше. Все, ну, как бы, опять же, смотрите, была там, допустим, Терек, там, или как она называется, у китайцев по-другому. Там, да, там, если вот такие здоровенные габариты, ну, там хотя бы мощность в районе 20 ватт, да, охлаждение, там, система, батарея, там, тоже около пятерки, да, 5 ампер в час. Там, как бы, габариты эти обоснованы. Здесь же я обоснования никакого не вижу, поэтому вот. Такую оценку она заслужила. Все, на этом заканчиваем. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Это Vivo Telecom. Всего вам доброго. До свидания.